Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Вознесение. Это мы занятия вели, я вел по Теряевке 91-го года, ну, после храма, там в лагере собирались. Ну и оно помещено у меня в книгах «Открытым оком» с 1 по 6 том. Мы попросили озвучить, читать, говорят, люди в книгах не читают, а так прослушают. Ну какие были темы? Был праздник, я на праздник сказал. В храме я не говорил, потому что не был еще чтецом. В храме я ни одной проповеди не произносил, пока меня епископ Евтихий не рукоположил чтецом, чтобы я мог говорить проповеди и при архиерее. Читаем. Что такое вознесение? Было ли какое пророчество в Священном Писании об этом? В Исаакиевском соборе над царскими вратами надпись «Псалом 30:23». «Поднимите врата вверхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы». Мне пришлось быть там невольным гидом однажды, в годы советского режима. Когда спросил молоденькую девушку гида, что означает эта надпись, она стала говорить о том, что когда священник на Пасху входит этими вратами, то он украшен, как царь во славе. Тогда я стал ей объяснять, что это вовсе даже не так, как она научена. Когда Христос воскрес победой, то на 40-й день Он, прославленный, с победой возвращался на небо. И Христова слава уже не вмещается в прежние рамки, ворота. И хотя Он принял плоть человеческую, Он не был этим унижен. Филиппийцам 2:6. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищение быть равным Богу, евреям. Но видим, что за преступление, претерпение смерти, увенчан славой и честью Иисус, который немного был унижен перед ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Ангелы не болеют, а мы болеем. Ангелы не едят, не пьют, не спят, а у нас все это отягощает нашу плоть. Но когда Он воскрес из мертвых, то получил тело нетленное. Тело Христа свободно проходит через любую гору, пространство. И может быть миллиарды километров в одну секунду проходить может тело Его духовное. 2 Коринфянам. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. То есть того Христа мы не знаем, который изнемогал, жаждал пить. Нет, Он свободен от этого. Означает, что таким Христа, который утомлялся и спал, мы уже не знаем. Того, который на кресте говорил, что жаждет. Мы знаем Христа воскресшего, прославленного, и вот этим прославленным телом Христос возносится на небеса. 1 Коринфянам. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Родился ребенок, мы видим, как он растет, но духовный человек видит, как он уже ветшает, готовится к смерти. Ученые якобы посчитали, что в человеке 320 миллиардов клеточек, и эти клеточки все несут в себе смерть, потому что пропитаны грехом. Наша плоть восстала против Творца в раю. Когда Адам поверил змею сатане, этим самым он перестал верить Богу. Сказал Богу как бы, ты обманываешь, все дело не так обстоит, а вот так. Так, как говорит мне этот дорогой, лысый, картавый товарищ змей. Это про Ленина. 1 Иоанна. Верующий в сына имеет свидетельство в самом себе. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Слова такие человек не говорит, но дела наши кричат сильнее слов. Вот эта плоть, согрешившая против Творца, находилась в войне, в противостоянии Богу. И когда Христос вознесся этим нашим телом на небо, только тело Его было прославлено. Вознешь тот наш начаток к Отцу Небесному, разъясняет Иоанн Златоуст. Что значит начаток? Когда Бог творил человека, то сначала он взял, образно говоря, кусок глины и вылепил статую. Это первоначальное. Потом вдунул в лицо его дыхание жизни. Понимаешь ту душу, это вторичное. Когда спрашивают, что первично, дух или материя, то мы должны уточнить, по отношению к кому. Если по отношению к человеку, то первичное тело, то есть материя. Если по отношению к Богу, то первичен дух. Воплощение Христа произошло позже. У Христа было точно такое же тело, как и у нас, такие же кости и плоть, только без греха. В лице Христа как бы все человечество предстало пред Богом. Бог Отец увидел наш начаток, тело Христа, вознесшегося в день вознесения на небо, что жертва за грех принесена. Евреям. Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовало мне. Повторяю, что все это нужно мысленно представлять, но не думать, что именно так и было на небе. Это для лучшего понимания происшедшего.
Отец видит раны Христа на руках, на ногах и в боку. Это страдание его за грех мира. Отец примирен с землей и потому посылает на землю дары, то есть Духа Святого. 10 дней от Вознесения и до сошествия Духа Святого, как бы идут мирные переговоры на небе. Произошла безоговорочная капитуляция человека. Когда примирение произойдет в Чечне, тогда пойдут туда средства на восстановление. Капитуляция происходит в покаянии. Согрешили мы, беззаконствовали. Мы даже не люди, а черви, псы смердящие. Эта капитуляция принята Богом, а человечество принесена жертва, Агнец, Иисус Христос. Что об этом говорили пророки? Исаия. «Ныне я восстану, говорит Господь, ныне поднимусь, ныне вознесусь, означает превыше всего я. Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня, я Господь, и нет иного». Людей неверующих это шокирует. Столько раз я в одном предложении. У людей я – это последняя буква, это эгоизм. По отношению к Богу это рассуждение неприменимо. Вознесусь, восторжествую, как мы отмечаем сегодня. 40 дней после Пасхи, цифра 40 означает полнота подготовки. Когда женщина родит младенца, то она нечиста 40 дней. Идет подготовка, очищение. Моисей постился 40 дней. Подготовка к принятию закона Божия. Когда народ прогневал его, он разбил скрижали завета, написанные перстом Божиим. Но закон нужен, и он снова возвращается и 40 дней не пьет и не ест. Он своими руками теперь пишет. Тех божественных скрижалей нет, гнев его был так силен, что сегодня бы его осудил каждый. Да как же можно было посягнуть на божественное, уникальнейшее ценности? Любой музей мира сегодня заплатил бы миллионы за одну скрижаль. А зачем ему эти плиты, если внутри человека все разрушено, и они разрушили закон нравственный и повернулись вспять? И без него как бы обратно перешли Черное море, как бы возвратились в рабство, в Египет. Душа этого презренного народа была там, у нечесночных грядок. Он снова возвращается, еще 40 дней не пьет и не ест. Но теперь он уже сидит и зубилом, или как-то иначе, выдавливает на скрижалях. Тех божественных словес нет, он их разбил. Осколки, видимо, не собрал никто. Он разгневался, и во гневе, как бы кто-нибудь пришел сегодня и сказал: «Какие вы верующие!» И Библию бы взял и разорвал, это то же самое. Богом написано и печатается, сегодня даже страшно сказать, при чем здесь это? Поэтому не удивляйтесь, священник стал бы кадить, а люди не слушаются, так он кадило бы взял, размахнулся и ударил, и кадило бы погнул или еще что-то. То есть иногда бывает такая форма выражения своих чувств, почти отчаяние. Сколько же можно биться с вами, но сколько же можно учить вас? И вы, идолопоклонники, опять золотого быка сделали вместо Бога живого, который вывел вас. Я 40 дней с Богом беседую, а вы чем занимаетесь? Я не пью и не ем, скорблю, а вы пляшете здесь, играете, дискотеки устроили. 40 дней подготовки прошли, и Господь возносится на небо. Иоанна 3,14. Предсказание Иисуса Христа было такое, как Моисей вознес, обратите внимание на слово, поднял змею в пустыне. Так надлежит быть вознесенным с быть сыну человеческому. Вознесену значит распяту. Это как бы одна из ступеней. С небесным миром еврейский народ и другие народы были знакомы через небожителей. Это у них было неоднократно. Мы вспомним первого, который был вознесен на небо. Мы не знаем, на какое написано. Седьмой от Адама. У Адама сын Каин, Авель и Сиф. Каин в воде погибает. Каиново племя погибло в потопе. Каиновых людей нет, хотя, казалось бы, цыгане должны бы каиновыми быть. Каин Богу дал такое. Он ходил и трясся, переходил всю жизнь с места на место, как цыгане. Но это не каиново племя, они от других произошли, тоже от Сифа. Авеля он убил, а от Каина дочери человеческие, а сыны Божии это от Сифа. Вместо Авеля еще сын родился у Адама, и от него, от Сифа, седьмой Енох. Ходил перед Богом, и его не стало, и Бог его вознес на небо живьем. Он еще не умирал. Сколько это лет, мы не знаем. Библия молчит, но примерно 6500 лет он все еще живет. Чем он питается, мы этого не знаем. Библия об этом молчит. Но это самый древний человек, оставшийся в живых. Около 7000 лет ему, скажем так. Второй, который был вознесен на небо, это был Илия в огненной колеснице. Это третья книга царств.
Это все было как бы подготовительным периодом, чтобы человек поверил в вознесение Господа нашего Иисуса Христа. Вот, допустим, Богородица. Она родила бессемена, без мужа. Люди сразу же говорят, этого не может быть. Конечно же, не может быть. Как это может быть? Аврааму 100 лет, а утроба Сарина давно замертвела, но однако же родила. У Исаака не было детей 20 лет. Эти годы были подготовительными. И хотя она не может родить, а родила, была неплодна Ревека, а потом родила. И так не один раз, как бы говорится, поверьте в это чудо меньшее, а потом поверите, что и вообще без мужа может родить. Иоанн Златоуст говорит так. Это все были подготовительные события, этапы истории человеческой. Точно так же перед Вознесением были подготовительные периоды. Вот взял человек, накрошил в кувшин крошек, хлеба, суп и понес жнецам в поле. И идет, и вдруг голос ему с неба. Аввакум, ты накорми Даниила. А где он, Господи, я не знаю. А он там, в Вавилоне, во рве львином сидит. Львы постятся, а ему уже трудно поститься. Аввакум говорит, я Вавилона не знаю, Даниила не знаю. Кто такой? Ангел тогда взял его за волосы, поднял, и он уже стоит над рвом. И он висит, а волосы, видимо, не отрываются. Не больно, не кричит. Даниил! А Даниил за рва отвечает. В другой стране оказался мгновенно. Никаких аварий, самолет этот не терпит. Отдал ему горшок с похлебкой, и опять на поле стоит с пустым горшком. То есть это были моменты, как бы, подготавливающие. А может Бог так сделать? Да, может. Было это и после. Потом рассмотрим. Господь восхищал людей. Я занимался очень много житиями святых и нашел, что по житиям святых это случилось 31 раз. Люди восхищались, но потом они опускались, конечно, назад. Видели, как в воздухе люди висят и ни на чем не держатся. Когда Зосима беседовал с Марией Египетской, вдруг смотрит, она на локоток от земли в воздухе висит. По-научному называют левитация, то есть потеря веса. И какие-то силы, как говорят, камень в Каабе, висит. Было такое, что заблудился один старец, Акакий. Возопил к Богу и вдруг оказался у себя в келье. Ангел его перебросил, и все. Серапион шел к святому Марку Фраческому. 3 недели туда, а когда похоронил его и пошел обратно, то шагнул только и уже дома находится. Или апостолы разбрелись по всему свету. А когда Божья Матерь умерла, то Господь их на облака поднял, и они прикатили на облаках одновременно все домой. То есть этих случаев было очень много. Или такой случай был в житиях святых. 29 июня апостол Петр говорит, что в то время был сильный волк, о котором говорится в деяниях апостолов. И этот волк имел страшную чародейную силу. Его демоны поднимали и носили по воздуху. Вчера мы слышали, батюшка напомнил, что Иоанн Златоуст говорит, что всякое чудо и все события, связанные с жизнью Иисуса Христа, дьявол оподвергал или осмеянию, или опровержению, или хуле. Но события Вознесения он никак не тронул. Мы скажем, что Златоуст сказал верно на 4 век. А сегодня Златоустова проповедь будет уже с поправкой, потому что в это время дьявол много уже внес того, чего раньше не делал. К Вознесению Иисуса Христа много уже дьявол внес. Начал опровергать именно это событие. Почему тогда не опровергали? Мы можем догадаться. Они же умные люди. Не надо врага представлять глупее себя. Если он не воскрес, тело его украли ученики. Значит, его там и не было. Значит, вознесение. И опровергать нечего. Что там опровергать, когда его там нет? Украли, значит, они его и похоронили. Настолько безумное событие это. Вознесение Иисуса Христа, что они отмахнулись от него рукой, просто во внимание не взяли. Вот и все. Сегодня дьявол всячески старается показать, что это возможно. Откуда это видно? Вот здесь, когда бесы стали поднимать волхва Симона, и он на глазах людей возносился, и это было неоднократно в истории мира, и кончится, что как Христос жил, родился, умер, воскрес и вознесся, так и Антихрист будет подражать всему. Будет делать точно так же, как говорит Ефрем Сирин. После того, как 3,5 года будут заканчиваться, дьявол в лице Антихриста начинает восхищать сам себя. Бесами носимый будет подниматься в воздух в глазах людей, окруженный 6-крылатыми серафимами, то есть демонами, и полностью скопирует этот факт, чтобы показать, что и он это же самое может. Так вот, мы сегодня и смотрим, что как пророчество пересказывали это.
Что означает восхищаться, возноситься для нас? Возноситься, первое. Дать особую славу, Бытие 40.13. Он вознесет его на 100 земли. Ну, места не считай даже. И это от Бога. То есть он имеет какую-то славу, честь в обществе, в государстве. И не надо этому завидовать. В редиску нынче сеяли? Не сеяли. А Борис Николаевич сказал, что когда он работал на стройке, то понял. Я призван не редьку сеять. Не редиску. Не редиску сеять. И не обижайтесь на него, что он так сказал. Это значит не то, что редиску не надо сеять. А у каждого свое призвание. Его Бог вознес. И не надо думать, вот был бы я на месте Борьки, я бы лучше сделал. Борис Николаевич сделал как мог. Его народ избирал на это, и он помазанник Божий. Библия так говорит, ни один не восхитит на себя ту должность, если не будет дано ему. И оказывай ему честь, какая ему положена. Никаких Борек, а Борис Николаевич. А завтра может быть Жириновский. Сегодня он как клоун, а завтра будет Владимир Вольфович. Получит помазание от Бога, чтобы нас повесить всех, в Сибирь сослать, на Колыму. Он имеет особое помазание на это, чтобы нас наказывать, чтобы мы научились ценить вот это мирное тихое время, вот эту возможность молиться. Далее, Данила. Гордый возносится до небес, то есть сам, его никто не возносил. Бывает, что нет ничего, ни грамоты, ни знаний, ни обращения, а он возносится, закидывает голову, ни с кем не хочет ни советоваться, ничего. Это страшное состояние. Божье наказание тому, кто превозносит сам себя, то есть считает, что равных ему нет. Учиться не у кого, учиться незачем, я все сам сусам. Ты, Капернум, считаешь недоступным себя. Ты морской торговый обладать, ты морской торговлей обладаешь. К тебе все богатства мира стекаются. А Бог говорит, до ада не свергнешься. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас свое время. Буквальное вознесение. Сколько небес, мы не знаем. Считают греки, что 7 небес, но Давид говорит, что есть небо небес. По крайней мере, 4 неба уже есть. До 3-го Павел был вознесен, и 4-е это небо небес. Во второе страшное пришествие Христа верующие в него будут вознесены на облаках, как и вся церковь. Все будут восхищены, вознесены. То есть наш сегодняшний праздник говорит о будущем, которое нас ожидает, если будем до конца верны. Прекращение нашей жизни, призвание Богом на суд, есть восхищение. Господь говорит так. Живи, не гордись, ходи по одной струнке, как говорю. Не говори, во мне силы хватит на 100 лет. Меня долбнем не убьешь. Смотри, чтобы не был восхищен в половине дней. В половине дней Давид боялся быть восхищенным. То есть жизнь человеческая 70 лет. При большей крепости 80 еще скрипеть. А вот до 70 лет самая лучшая пора, от 20 до 50. И это самая лучшая пора. Труд и болезнь. Бюллетень и работа. Вот и все, с утра и до вечера будешь работать. Будешь под трактором в мазуте ползать, со свиньями возиться. Никуда ты не денешься. В этом спасение твое, только молись. Зашел к свиньям и скажи, я такая же свинья, прости меня, Господи. От свиньи-то хоть какой-то толк есть, хоть шкура, хоть мясо. А я умру, ничего ты от меня. Даже на мясокомбинат не возьмут меня. Иисус Христос не раз говорил о своем вознесении. Здесь заложен этот смысл о небе, а они не понимали. Думали, он на земле будет переходить с места на место. В Самарию уйдет или убьет себя. Мне припомнилось интересное событие. Когда шла к завершению Вторая мировая война, американцы тайно готовили бомбу. Тайно готовил ее Гитлер, а советские ничего подготовить не могли. У них была только «Катюша». Ну, «Катюша» и «Катюша» ее давно рассекретили. Американцы 150 тысяч человек работали, целый город, и сумели сохранить эту тайну. А ведь над атомной бомбой Розенгеймы муж и жена работали и сумели связаться с советскими разведчиками, и им продали. Их судили обоих, и обоих на электрическом стуле сожгли. Советские писали о них как о героях, потом присвоили им какие-то звания, награды, пишут, что невинно пострадали. Да. Действительно, 150 тысяч человек, целый город был, и когда испытывали бомбу, а в это время Сталин был Черчиллем, Труману пришла телеграмма. Все в порядке, ожидаемое исполнилось, то есть испытание было успешным. А в это время советские хотели захватить всю Европу, думали дальше пойти. И на это Труман сказал, для этих парней у меня приготовлена хорошая дубинка, то есть атомный кулак.
А советские этого не знали до последнего времени и думали, что у них было всего две атомных бомбы, которые были сброшены на Хиросиму и Нагасаки. А оказалось, что у них было заготовлено 196 атомных бомб. Самолеты были уже заправлены и ждали только одного сигнала. На Москву было приготовлено 9 атомных бомб, то есть намеревались поразить основные города. Новосибирск, Красноярск, Иркутск – основной военный потенциал уничтожить. И только последние 5 лет мы узнали, что столько их было. А мы говорили, что зря американцы хвалились. И вот, когда они приготовили все, то испытания провели первые на Хиросиме. Я подробно говорю об этом, потому что кое-что на сегодняшний день опять заготовлено для нас. И вот, кому выпало доверие? Лучшему летчику. Полковник один был, и он назвал этот самолет «Элона Гей». Именем своей матери, так он ее любил. И когда они вылетели, то погода должна была быть маленький ветерок утром, когда все дома. А так как электричества было мало у японцев, то все на кирогазках было. И когда случится это, чтобы все кирогазы опрокинулись и начался пожар. Так все и было сделано. И чтобы в низине, как в котловине было. Представьте, с одного взрыва 360 тысяч человек исчезло. И когда они самолет развернули, сбросили бомбу, она должна была разорваться на высоте 450 метров. И когда летчик обернулся в защитных очках, то увидел, что-то поднимается к небу, и там только мелькает. То он засмеялся и сказал: «Это души желторотых япошек возносятся к Богу». Еще ты чего говорил о вознесении? Одно слово, чтобы пояснить, где оно употребляется и как. Мне припомнил вчера эта мысль. Даже над этим словом «вознесение», как люди смеются. Это не за Перл-Харбор отомстили. Когда японцы в один раз уничтожили американскую военную базу, множество кораблей, это была национальная трагедия Америки. 300 смертников камикадзе, например, говорят такому-то, 2 года, и он 2 года живет как хочет, он подписал контракт. Но вот наступает момент, его в самолет завинчивают в кабине, он вылезает, шасси остается на земле, и он сесть уже не может, он должен только погибнуть. Его выводят на цель, и он бьет самим самолетом, а самолет под завязку загружен. И вот 300 таких самолетов японцы пустили в воскресный день, когда люди были в отпусках и всю американскую эскадру фактически разгромили. А американцы теперь отомстили атомной бомбой. Это вам за Перл-Харбор. Души желторотых япошек возносятся к Богу. Да, если они были верующие, то это именно так. А если были неверующие, то только летели тела, а души пошли в другое место. Температура была такая, что от людей оставались только тени. Нашли бетонный мост, где двое людей стояли, мгновенно испарились. Остались только тени. Все выжжено. Остался только контур. Два человека стояли. Будет день Божьего пришествия, когда? 2 Петра. Придет же день Господень, как тать ночью. И тогда небеса шумом придут. Стихии же разгоревшись разрушатся. Земля и все дела на ней сгорят. Небо и земля загорятся. 3 Ездры. Соберутся к нему и окружат его. Пролю звезду и ярость на него, и поднимется пыль и дым до самого неба, и все кругом будет оплакивать его. Пыль и дым до неба. И вот, все мертвые воскреснут до единого, а живые, которые останутся до пришествия Христова, изменят тела свои, силой Божией, и будут восхищены в сретение Господа. Многие сектанты, я думаю, что может быть да на 90 с лишним процентов верят в то, что Христос придет еще 3 раза, или 4 даже. А мы верим, что только 1. Они говорят, что Он придет тайно. Тайно придет, верующих заберет. А неверующие будут жить еще 1000 лет на земле. А мы говорим, нет. Он придет так же, как Его видели ученики восходящим. Об этом Деяние, 1 глава. Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его вдруг, предстали им 2 мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». И облако скрыло его. И таким же образом над верующими внезапно потеряет силу притяжения. Тело изменится в нетленное. И они будут вознесены в сретение Господу. Был случай, описываемый в 2 житиях. 12 ноября Иоанн Милостивый, 20 ноября Прокл, тоже патриарх, ученик Иоанна Златоуста.
бывший у него секретарем, а когда Златоуста сослали в ссылку, то Прокла избрали на это место. Он, правда, удалился, не хотел, там еретики были, но весь народ хотел, и он правил 20 лет и 4 месяца. Он был очень смиренный, и у Златоуста, видимо, многому научился. Это был один из самых спокойных периодов церкви. Он как раз и добился того, чтобы мощи Златоуста вернули в Константинополь. И вот однажды началось землетрясение. Обычно так, тряхнет и прекратилось, а здесь на завтра опять, а потом опять, и так трясет уже 6 месяцев. Ни строить нельзя, ничего. Стали тогда молиться, пошли крестным ходом. И когда пошли, в это время один 12-летний мальчик на глазах людей стал отдаляться от земли и скрылся из виду. И целый час люди стояли, молились, а его не было. И наконец он спокойно опустился. Его спросили, что он там видел. А он говорит, что слышал, как там поют «Святые Божие». Так вот, когда поете, знаете, откуда это? Целый час он был на небе восхищен, вознесен и рассказал, что там поют «Святые Божие», «Святые крепкие», «Святые бессмертные». А народ добавил «Помилуй нас». И с тех пор у нас в церкви появилось это песнопение. Вы никогда не задумывались, что когда вечером начинает петь, на горах станут воды, посреди гор пройдут воды, 103-й псалом. Почему это поется, слово «гора»? Означает духовную высоту или гордыню, как слово «лев» обозначает и колено Иудина, и дьявола. Не нужно смущаться, что одно слово бывает, означает противоположные понятия. Посреди гор пройдут воды. Это означает, что все люди, бывшие гонителями, гордые и обратившиеся к Богу, получили милость от Бога. Воды – это милость Божия. Воды – это благодать, которая не спала и на них. Но если человек не покоряется, то посмотрите на вершину. Вода здесь не остановится, она внизу стекает. Над тобой, если кто-то превозносится, тебя унижает, а ты уступишь ему, отойдешь, то получишь благодать Божию. Ну не лезь, отойди от него. Ты видишь, что он уже себя не помнит, он не получает благодати Божией. А посреди гор пройдут воды. То есть все это с гордого, бесплодного стекает на смиренного. Тот гордится, а у него бесплодная вершина, и ничего нет. Так запишем. Известен примерно 31 случай со святыми вознесениями их, перенесение с места на место. Этот полковник Тибетс, который сбросил атомную бомбу на Хиросиму, благополучно дожил до старости, а остальные, которые в этом участвовали, кончили плохо. Заканчивали жизнь самоубийством. Мучила совесть, ведь столько людей невинных погибло, блага не было никому. Помните южнокорейский сбитый самолет, который якобы сбился с курса, и наши его сбили? После этого брали интервью у тех, кто его сбил. Эти люди несчастные, отверженные, уволенные. С ними что-то случается. За кровь человеческую надо платить страшную цену. Слово 101. И после воскресения из мертвых Иисус Христос сразу же говорит о своем вознесении. «Иду к Отцу моему». Без вознесения Иисуса Христа не было бы полного примирения с Отцом Небесным. Дух Святой возвестил нам о правде, что Христос действительно вознесся, что Он действительно перемирил нас с нашим Отцом Небесным, и мы можем получить дар Святого Духа. Это Иоанна. «О правде, что я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня». Значит, примирение наступило. А враждующим Бог ничего не посылает. И раз пришел Дух Святой, мы верим в Святую Пятидесятницу, то это означает, что примирение наступило. Только там, где мир, там дары, говорит Златоуст, приходит. А где нет примирения, там даров нету. Там продолжается война. Или все еще переговоры идут. Это все примирительно к нам. Идите, ждите обетованного Духа Святого. Так и случилось. Где я, там и вы будете. И Иаков, я, Христос говорит, так и тела. И каков я, Христос говорит, так и тела ваши будут ярче солнца сиять. Поэтому почтимся, постараемся сегодня потрудиться, чтобы не было кого из нас опоздавшими. Вот если Господь позволит, то через 2 дня я хотел поговорить на тему «Не опоздай», о времени. В Библии нигде не написано, чтобы мы делали что-то медленно, кроме «Будь медленно гнев». Не по-твоему, остановись пока. Медленно говори слова, а ты зарядишь, как из пулемета. «Я хороший, я добрый, только не выдержанный где-то». А такого отойди, говорит Библия, для него пролита кровь. Для него пролить кровь, как один раз плюнуть. Нигде наедине не ходи, что-то маленько не так, и все пропало. Цени, что Господь тебе сегодня дает. Благодари Бога за то, где живешь, за то, что имеешь, и смиряйся, будь очень внимателен к тому, что тебе Бог сегодня дал.
Вот то, что твое, это то, чем ты можешь сегодня распорядиться, и не более. Страну ты изменить не можешь, погоду изменить не можешь, совсем соглашайся, и что скажут, не торопись в ответ. Вот об этом и поговорим в следующий раз. Не опоздай, есть много ситуаций, где надо поспешить. А вот на слова «будь медлен» и «будь медлен на гнев» говорит Писание, и скор на слышание. Почему у человека один рот, а два уха? По крайней мере, два раза больше ты должен слушать. Итак, о Вознесении я сказал все, что говорит Писание. Жития святых, а в канонах об этом ничего нет. То, что мы проходили прошлым летом, то я пропустил, но много использовал зимой в Барнауле, на радио. Но это были настоящие проповеди. Это не одна сотня тысяч людей слышали. Эти темы я более подробно раскрою на радио, если Бог позволит туда вернуться. Значит, нужно трудиться, как можешь. Если не можешь на огороде, не трудись, а в храм постарайся пойти. Ты дома не можешь стоять ни минуты, а в храме постарайся стоять, трудись. Вопрос. Пятидесятники говорят, что один возьмется, а двое останутся, и толкуют по-своему. Ответ. Ага, понял. Это будет во второе пришествие Христа, и никто никого не будет искать. У них ложное учение о тысячелетнем царстве, хилиазм, существующее с первого века. Этим учением был увлечен даже Ориген. Это ересь первых веков. А мы верим, что когда придет Христос с неба, то тогда воскресают все до одного. Иуда, Павел, Гитлер, Сталин, Николай II, прототоп Аввакум. Все воскреснут, только одни пойдут вверх, вознесутся, а другие пойдут в ад. И перед этим все придут через огненную реку, которая будет перед престолом Божиим. Бог будет на престоле. Верующие вознесутся на встречу Господу, но с телами. Души верующих, которые сейчас на небе, они вернутся в свои тела. Души тех, которые сейчас в аду мучаются, они также вернутся в свои тела. Но грешник будет как головня обгорелая, а праведник как солнце. Разделение будет. Они восхитятся, вознесутся. Все, что в нашей жизни есть, Христос испытал все, и Он показал нам пример. Как я воскрес, так и вы воскреснете. 1 Коринфянам. Как я вознесся, так и вы вознесетесь. Дух Святой сошел на Христа в виде голубя. Дух Святой сойдет и на вас в 50-й день после Пасхи. Да. Когда человек живет в Духе Святом, то Господь помогает ему смиряться. И самое главное, самоанализ идет, самоуничижение. Он постоянно на контроле. А человек, который не в Духе Святом, он мудростью многого может достигнуть, профессора может быть, а в духовном может ничего не понимать. Я лежал в краевой больнице года два назад, и там профессору сказали, что я там лежу, и он специально вызвал меня, чтобы побеседовать. Он меня начал сильно искушать, а я говорю, а я вас знаю, я еще в раю вас, ваш голос слышал, когда вы через змея подходили к Адаму. Он мне говорит, а я вас слышал, что вы такой... А почему вы все по Библии говорите, а вы свои мысли скажите? Библия – это ограда, а если я за нее выйду, ты меня там одолеешь два счета. А ты попробуй со мной разделаться здесь, пока я в ограде. Он меня искушает. Ты хочешь считаться умным, тогда отвечай своими словами. Да. Я не умный, я не разумный, я не грамотный, но я Библию читаю, и он ничего не мог сделать. Так вы что, считаете, что я змей? Я говорю, точно так. Вы шуршите, шуршите, и я вас узнал. Вы хотите вывести из меня за ограду, чтобы я Богу не верил, а своим мыслям доверился, начал события освещать. Не надо этого, нет. И мы маленько побеседовали, и он ко мне всякий интерес потерял, а я к нему задолго до этого еще. Вот и все. Мудрость-то вся наша отсюда, от Бога. Читаем жития святых и видим, что когда ангел являлся от Бога, то цитировал Библию. Я когда читал, то все думал. Но ангел ведь, он же все же знает, но почему же своими словами он не ответит? Оказывается, что в словах Христа, написанных в Библии, заложена такая сакральная, таинственная сила, которую мы на земле постичь не можем. Мы просто не понимаем ее. Нам можно только цитировать и не переменять местами. Бог сказал, на этом все. А не как некоторые. А докажи мне. А что доказывать? Все понял. Положено пояс носить и все. Все святые были в поясе. Не положено бороду брить, и все. А ты докажи. Да не надо доказывать. Давид не пустил даже в Иерусалим. Что здесь доказывать? А что особенного, если я кудри навью, губы покрашу, сережки навешиваю? Исайя 2 глава, читает толкование Златоуста, 6 том. Бог говорит, вместо завитушек дам тебе плешь, вместо флакончиков дам тебе зловоние, а тебя будет вонять, как от смердящего. Вот и все. И не надо спорить. Бог сказал, и на этом конец. А почему так?
Ведь так даже лучше, как мы думаем. Это тебе кажется. Видите, как внезапно обрывается. То есть у Игоря на одной стороне 45 минут, а бывает дольше. Оно не вошло, и нигде больше этого нет. Богу нашему слава. Да, такое было за.